Всем салам алейкум, всем доброе утро. Или, не, уже обед, короче, обед, у меня до сих пор утро. Мы просто, короче, только проснулись, находимся в Республике Дагестан, в Сулейманстарском районе, в селе Касункент. Вот у меня гости очередные. Давид, Армин, Леха. Салам алейкум. Короче, из Москвы приехали ребята. Мы сейчас направляемся, помнишь, Леха, куда? На водопады? Да, все. Едем на водопады. Угадал? Едем на водопады, короче, все, поехали. Посмотрим, куда у нас привезете, да? Да, да, да. Ну, все обычно так говорят, когда первый раз приезжает. Куда мы едем? Не знаю, мы сами не знаем, куда нас повезут. Режим комфорт выключен, короче. Как раз включен. Да? А я что-то думал. Яхты вообще отличная, высокая машина. Здесь на Хантере у нас даже этот стоит, кондиционер. Просто форточки открываешь, все четыре. Климат-контроль, 4 зон. Да, да. Все, друзья, уезжаем. Сегодня мы с собой взяли еще дрон, так что когда приедем на водопады, поднимем его, и там будут вообще бомбические видосы. Так что смотрите до конца обязательно. Все интересное впереди. Чирокчай, река. Едем с гориллой. КамАЗы местные рычалсу возят. Друзья, село Кахцук. Проезжаем сейчас село Кахцук. Вот сейчас постепенно будут открываться интересные виды справа, потом слева. Все, цивилизация закончилась. Теперь начинаются вот такие дороги. Давик уже двумя руками держится. Давик. Леха пока. Ну здесь комфортнее, скажи. Ну, сзади. Начали на расслабоне. Да, да. Сзади вообще нормально. Особо не дергается. Никуда. Спокойно. Просто будут такие моменты, где придется закрывать глаза. Ну, некоторые закрывают глаза. Вот особенно вот здесь. Прямо слева от нас. Вот, да? Передок надо. У тебя передок назад? Да. Вот где приходится иногда. С мамой там глаза. Мужчины поставили. Да, отсюда снимали. Да? Да. Точно по бокам. Это же глаза было. Сотов. Да. Лесные, да, вот орехи, лесной орех. И у них это полный. Будем дальше ехать в сторону озера, доедем до озера. Все, там та сторона, да, другой мир, короче, и здесь уже совсем другое. Можно было на редуктор, короче, камеру зацепить, GoPro-шку. А мы в тот раз с ними ехали на капот, на липучки клеили, короче, лазили по горам. Все, подключили передний мост.
это что было? Лёха, комментарий быстро. Чуть не оказались внизу, да, там. Да. Вот это кадр получился. Да. На 3 килограмма похудели, короче. Отсюда бы ты так не снимал ровно. А? Не, я обычно впереди сижу. Снимаю оттуда нормально, руку достаю. Чуть Кавказ нас с обрыва не сбросил в ящике своем, да? Тут уже приходится и задним пассажирам держаться за поручни. Потому что места уже экстремальные почти. По кайфу вообще. Я примерно так же в гору поднимался. Красной Поляне в Сочах. Да, в Сочи. Там есть такие, называются Хмелевские озера. Хмелевские? Хмелевские озера. Там, короче, озера находятся на высоте 1800 метров над уровнем моря. Вот. И из-за того, что высоко очень, верхушка заснеженная. И туда могут подняться только джипы. Вот УАЗики, ГАЗ-66. Это у нас как Шабуздак, короче, гора. 4000 с чем-то метров у нас. Ну это вообще, на таких и не было, конечно. Там круглосуточно снег лежит. Вы высадили посреди этой горы. Мы когда поехали, УАЗик начал колеса в снег проваливаться. Он говорит, я больше не поеду. И все, я еще 600 метров пешком шел. Короче, до места не довезли. Не, по сугробам, по горам. Шел пешком. Джунгли пошли? Да. Это как раз вот здесь мы в листьях застревали тогда. Вот так вот зайцы уходят, короче. Ну, видео. Все, заснял. Да, да, он поднялся. Гони, говорит. Зай, сейчас прыг в деревья, да. А мы хрен как остановимся. У нас вот там, вот на каждом таком повороте эти знаки стоят, что не надо за животными ехать. Олень как-то что-то выбегает, начинаешь за ним ехать, темно, не видно. Дорогу теряешь. Он резко просто хоп, туда, в обрыв. Там обрыв не дорога, и ты за ним туда. Особенно ночью, да. Вообще. Значит, я угадал, да, с этой штукой? Да, вообще, ну, тут, когда ты дорогу знаешь, да, а так, когда вот дорогу не знаешь, тем более, нельзя так делать. Сейчас стемнеет, водопад не выйдет, и с гостем не выйдет. Еще обратно в темноте. Да. Покрашено. Да. Ну. Вот, все, спускаемся. Аккуратно, зеленый покрашен. Короче, доехали до площадки. Теперь спускаемся вот по лестнице вниз к водопадам. Отличное место, короче. Тут даже глаза не воспринимают эту глубину. Смотришь, вроде деревья, а там пропасть страшная. Уже слышно шум воды, шум водопада. Ребята спускаются. Вот откуда мы спустились. Такая площадка здесь со столиком.
Леха, как дела? Красота невероятная. И тут все достали телефоны, да? Да, и что тебе, водопад, как скажешь? Да, отлично. Красота. А так хотя бы руки умыть, ну, да, да. То погода, то что-то еще. Вот как раз Леха с Давидом приехали, это послужило поводом, чтобы и всем показать, и им показать, что мы добрались. Погода тоже сегодня нормальная. В общем, вот он вам водопад. Вон Давид уже за водопад забрался. Пошел, пошел, пошел. Так, что? Водопад увидели? Давайте сейчас поднимемся, заварим чайку, да? Попьем чаю и поедем дальше. Да там? Вообще кайф. Купался? Ага. Освежился Давик. Холодной водой поднимаемся обратно наверх. Сейчас будем делать перекус. Горные цветы. В тот раз, друзья, я сюда приезжал. Было очень темно. Мы доехали сюда, в этот аул. Келе. Ночью тут практически ничего не было видно. Вот сейчас в этот раз мы приехали, вот отъехали от водопада и заодно поднялись в само село. Вот такой вот аул. Здесь хозяйством занимаются люди. А еще самое интересное, у нас Леха в ауле. Леха, откуда ты из аула, да? Вот эта вот техника нас привезла сюда. Ее надо запечатлеть. В каком она состоянии? По грязи, по всяким, короче, таким неровностям мы доехали сюда. Так что, друзья, впереди еще интересные места, локации. Кто не подписался, подписывайтесь обязательно на мой канал. Я вам еще много чего покажу интересного. Вот эти дома, которые здесь остались. Так что будут интересные кадры с воздуха. Thank you.
Катхалу доехали мы. Высокогорный аул. Пчелы тоже, я видел. Вот смотри, жужжат. Да, да, да. Из-за этого, так. Даже два, три уже поднимаются, пчелы тоже. Точно как пчелы. С Москвы много приезжают сюда, да? Да, недавно тоже был. Вообще недавно тоже был на УАЗике, вот это селение Краище. Туда-сюда. Тем более, когда устал, пришел бы чай, май, пил бы, чудок покушал бы, отдохнул бы, а потом мог бы ехать обратно. Нет, мог бы оставаться. Ну, так получилось. Значит, не судьба была с вами тогда. Да, судьба, конечно. Судьба тоже в ваших руках. Судьба. Если ты сразу сел на машину, уехал, при чем тут судьба? Кавказ. Ты виноват, Кавказ. Да, так же. Да, да. Когда прямо к дому, тогда судьба не было. Полет завершился удачно. Ну, еще чуть-чуть бы, да, он был бы неудачным полетом. Так что сейчас дрон кидаем на зарядку. Природа вообще здесь отличная. А сегодня отличная погода, природа. Тоже ничего. Наверное. Да, да, с утра прям. Вот оно туда, вот на прожекторную орбиту на их лежит сейчас. Да? Вот какие здесь растут цветы. В горном ауле. Вот такие вот розы. Вот роза растет. И будет специально гамет холо. Виноград растет. Изабелла? Изабелла растет вот. Кися, кися, кися. О, еще один котенок. Кися, кися, кися. Вот такие котята здесь маленькие. Да, для этой местности хозяин это медведь. Да. Волки, волки. Которые ни волка, ни кабанов, никаких этих зверей не боится. После этого рысь тоже есть, рысь тоже есть. А, рысь, да, дикие кошки. Короткими хвостами. На ушах. Что у нас тут на ужин? О, чудо с зеленью. Ну-ка, Давид, подними, покажи, что тут во второй коробке. Сыр. С сыром, да, чудо с сыром. Прикинь, все это есть вот в такое. На свежаке. Я очень голодный на самом деле. Нож, нож. Ахамед Халун, нож дайте нам, пожалуйста. Кися. Вот такой нож мне дали. На, режь. Чудо. Чудо режь, а? А, чудо. Да, чудо надо резать. А ты что хотел резать? Майя. Все. Алексею дали нож. Вот доверили. Доверили, да. Да, что уже. Какой сегодня день? Второй день здесь, да, уже прошел? Замечательный день. Какой день? По счету не важно какой, но замечательный. Да, сегодня все будут крепко спать ночью. Вон Давид занимается чем тут. А есть бумага? Бумага? Зачем? А, чтобы разжечь? Ну, чтобы разжечь, да. В этом. Все. У нас ужин. Кушаем чудо. Потихоньку уже в горах темнеет. Давай я тоже попробую. На этом остановимся. Покушаем, чайку попьем и потихоньку поедем. Может быть, еще ночное видео сделаем на дроне. А на ночное еще лучше, да. Агамет Холу. Спасибо ему, что у нас принял. Отлично. Самое главное, на месте есть человек. Да, сказать, человек, да? Человека нашли на месте в этот раз. Не так, как в тот раз. В тот раз, кстати, да, у меня есть видео, как мы сюда добирались. Можете посмотреть, как мы в тот раз сюда приезжали ночью. Не нашли Агамет Халу и уехали обратно. В этот раз нам повезло. Да. Держись! Скажи. Да, 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 держитесь. Да. Мы здесь, в Дагестане. Леха так у нас. Леха у нас. В заложниках? Не-не-не, мы нам заложники не нужны. Их кормить надо. Ему что, Агамет Халу, это что нам принес? Мед, мед. Чистый мед. Сейчас вытащили, что ли?
А? Только что конечно, сейчас. Из пчелиного ящика только что мед вытащили. Вот. Теперь как чай не пить, а? Теперь как не пить, вот именно. Теперь чай не пить. Давай, я сюда поставлю пока. Что может быть лучше этого, а? Что может быть лучше? Ладно, короче, я сейчас ложкой. Или вилкой принесу, лучше вилкой. Чай самовара на высоте 1150 метров. Только что вытащенный мертв. Так берется из пуля. А? Прилипает? Вот. Вот так вот берется, да, бывает. Целый кусок. Какая-то странная штука. Смотри, вот как надо кушать вот этот мед, короче. Вот так вот берешь. О, мед. Кошмар. Чаем бомба. Вы просто смотрите, какой мед нам дал дядя Ахамед. Кошмар какой, а. А? Да, чай топовый. Вот такой вот мед, друзья. Кирками, да, мы еще принесем. Ну, ты представляй, сколько тысячи цветов набирает они. 6 километров идут туда и обратно. Это когда нету. Поблизости нет, они даже дают. Растения, да? Да, да. Вот который пьет, дали. И все лекарственное, да? Из растений делают. Из растений, они здесь да. Все растут, да? Да. Рядом. Мята есть еще? Мята. А шиповник, что шиповнику вообще не спрашивай. Это шиповник тут много, много очень. Вот и раньше собрали, и мешками сдавали. Ахамед Халу, сколько лет живешь здесь? Лет 20. 20 лет 20 человек лет. Живет в этих местах. 20 лет. Вот. Как оттуда и приехали. Не жалуются. Самое что интересное, не жалуются. Да что жалуются? Здоровый как бык, чем, как от питания зависит. Да. От питания. Желудок человека не останавливается. Там ход не пустой, не пустой. Он работает. А когда там полное, он работает вот это, то, что ты съел, вот это. А когда там пусто, у него вот это маленькие шкурки ящи. Они между этим, когда стирается в которых местах, там получается рана. А потом эта рана, любой, хоть бы горячий, хоть бы какой-нибудь такой, перцовый, помидор, другой, уже начинается тебя гореть. Рана же, вот это не заживает. Потому что как это защищает вот это сверху, которое есть. Оболочка. Когда корову, любой вещь, когда резать, чистить, вот да. А когда это нет, он свежий, рано. Все время берет влага. Не успевает заживать. Не успевает. Как будет он заживать, когда постом все время влага. Да, да. А вот этот прополис, вот это пьет люди, потому что вот это где рано, он пленкой накрывается, закрывает пленкой. А когда пленка, это не пускает влага. Они почему? Это нитка, которая шьет, через воск пускает. Воск есть, да, пчелы, да. Вот через это. Потому что, когда шьет, это влага, чтобы да. Не взяли. Да, да, крепко, чтобы держали. А вот это вот внутри тоже. Вот, да. Вот это рано, когда полезные советы здесь рассказывает нам вот дядя Ахамед. Тогда он 15-20 дней хватает вот это. Все, вылечился. Нормальный человек он стал. Да. Все, большое спасибо. Здоровья. Всего доброго. Сын, здоровья. Вот теперь... Узнает, можно приезжать в любое время. Здесь и зимой интересно тут. Но мы без Кавказа сюда не доберемся все равно. Нет, без да. Кавказа. Кавказ это же главное. Ключ, да. Ключ. Мы, друзья, поедем. Давай, Ахамед Халу, дядя Ахамед остается в этих краях. Дай Бог ему здоровья, дай Аллах вам здоровья. Вам всем. Черт саву хуй. Это отражение, наверное, будет. Да. За гостеприимство, за знакомство, очень приятно, ну, очень давай, рад. Чувствовал, хорошая дорога вам все. Тоже. Салам алейкум. Все, друзья, мы поехали дальше. Давай. В края цивилизации. Хорошая дорога. Спокойно поедем, не будем уже съемку делать, потому что опасно. Горная дорога ночная. Подпишитесь на канал. На моем канале вы еще увидите много чего интересного. Всем салам алейкум. А так чуть влаги не надо.
Давай, Сара.